Всем привет, с вами Ильич. Сегодня у нас 15 мая 2023 года. Посоветую бабушке Агафье. Я решил провести вот такой эксперимент. У нас полнолуние, но не полнолуние, как новолуние идет. У меня имеются вот такие семена морковки. И вот такая 5-рублевая купюра. Я, конечно, не верю в этот эксперимент. У нас еще холодно. Я сказал маме, здесь рыхлить ничего не будем. Убирать. Также у меня еще имеется мякушка. Но я, конечно, не верю в такие эксперименты. Кусочек серого хлеба. Он обязательно нужен. Обязательно нужен. Я трою семянки. Надо посадить не менее 5-10 штук морковных семян. Высыпаю семянки. Дальше что делаю? Дальше я беру вот эти семена и в мякушку. Сюда же вот эту купюру. Я сейчас покажу, как я ее сверху накладываю. Так вот положил. Не знаю, я такие эксперименты не верю, но мне все-таки интересно. Так, я встану, наверное, вот так, чтобы вам было видно. Я положил на мякушек, на семянки и делаю вот так. Заворачиваю вот это все в один большой комочек. Прям сворачиваю это все. Сворачиваю. Так, сжимаю в кулак. Маме, как я уже сказал, здесь я определю место, чтобы не трогать. Выкапываю. Почва еще мерзлая. А почва-то еще мерзлая. О! Ну, она будет садить на днях морковку. Я определю. Замерзла почва. Не знаю, тепло будет. С края посажу. Здесь грунт перегной идет. Я в руке держу мякиш. Идет перегной. С края откапываю. Так, и надо сказать... Расти, денюшка большая, расти, денюшка большая, расти, денюшка большая, расти, денюшка большая, расти, денюшка большая. Главное верить. Главное верьте, сжимайте кулак. Ну, это советовала так бабушка Агафья, не та, которая в лесу в тайге живет. Бабушек много, и Агафья не одна. Расти, денюшка большая, расти, денюшка большая, расти, денюшка большая. Расти, денежка большая. Беру вот этот мякушек. Вот он. И закапываю сюда. Все. Я его приложил. Так рукой пододвигаю. Пусть будет лучше поглубже. Все. И оставляю. Так. Место отмечаю. Это получается... Ну, где-то... Морковка же... Долго растет, по идее. Оставляю на сколько? Ну, наверное, до конца августа, либо до конца сентября, или середины, или начала сентября. Еще земля немного не отошла. Ну, через недельку будет жарко. Отмечаю место это, поливаю. Увидимся уже на протяжении нескольких месяцев. Файл я этот сохраню, уберу. Все. Ждем, что у нас получится. За компанию. Точнее, пожарить шашлыки, принести сынули красотули и удалиться. Да? Кстати, уже месяц как посажено, да? Медленно всходит. Не знаю, наверное, глубоко не посажено. Не думаю, зайдет. Еще целых 3 месяца. Надеюсь, и занимаемся поливашками.
водичка теплая, ждем, когда у нас будет, ну, очень мощный, очень большой, очень жирный. Морковка растет. Ну что, вот и подошел к концу наш эксперимент. Сегодня у нас 14 сентября 2023 года. Я тщательно все поливал, все смотрел, все глядел. С этим местом я ничего не делал. Абсолютно. И маме наказывал, чтобы ничего не делала. Здесь вот такие морковки. Морковки. Вымои морковки. Ну что, начнем вытаскивать? Эксперимент. Ничего нету. Смотрите, какая крупная толстая морковка. Ну-ка посмотрим. Ничего нету. Что это такое? Ой, что это? Это что такое? Ой. Ой. Это что такое? Прикол такой, что ли? Смотрите! Вау! Ребята! Ребята! Это 5000-ная. О, нифига себе! Нифига себе! Смотрите, водяные знаки. Ничего себе, она мокрая. О, ну конечно, поливать столько. А когда она успела переродиться? Ой, ничего себе. Слушайте, а метод работает? Ну-ка еще покопаем. Блин, классно-то как, а? У меня просто нету, да, различия. Никто не знает. Вот смотрю я на эту морковку, и что она мне показывает. Смотрите, какая морковка. Человек. Вот смотрите, походит. Нижняя часть человека. Видите? Классно, слушайте. Классно. Классно. Я очень рад. Я на будущий год сделаю так с каждой морковкой. Я наберу 5 рублевых на настоящее. Настоящее. Как так? Не знаю. Она настоящая. Классно. Я на будущий год наберу морковки, засажу всю плантацию морковкой и 5-рублевыми бумажными бумажками все засею. Блин, эксперимент показал, что... Ну-ка, может, еще есть? Не, ишь ты, чего захотел, еще есть. Нету. В общем, вы сами все видели. Может, морковки есть? Морковку я уже дома разрежу и посмотрю все тщательно. Ладно, с вами был Ильич. Вот такой эксперимент. Он прошел хорошо. Главное, тщательнее поливать. И будет вам счастье. Блин, я рад. Она настоящая. С вами был Ильич. Всем вкусняшек. Отличного настроения. Потыш. Как говорится, в деревне не напиться, значит, нифига не повеселиться. Наберу бухла, самогонки, приглашу для друзей. Женщин легкого поведения буду квасить. Ведь такое счастье. Главное, этот секрет никому не рассказывайте. Я его рассказал только вам.
Это бабушка Агафья. Я когда поливал, несколько раз ее вспоминал. Всем пока-пока, вкусняшек и отличного настроения. Бухать!